Итак, имею я 53 сундука контейнер ведущего инженера, где находятся вот такие стабилизаторы. Сейчас откроем где-то 52 сундука и посмотрим, сколько выпадет стабилизаторов, да? Итак, поехали. Открываем первый ящик. Синий стабилизатор. Второй ящик. Синий стабилизатор. Третий. Зеленый. Четвертый. Синий. И поехали. $200. Прекрасно. $200 опять выпало. Прекрасно. Итак, с 50 сундуков мне выпало где-то 34 синих стабилизатора, 12 бирюзовых, 1 эпический и 400 монет